Здравствуйте, дорогие друзья! Шалом Хаварим! С радостью хочу сказать, что двери Международного еврейского библейского института города Одессы открыты для всякого человека, кто верует в Иешуа Мессию, Иисуса Христа, и исповедует Его Господом и Спасителем своей жизни. В нашем институте вы можете получить не только познание Бога, познание мессианского служения, но также в практической жизни применить те знания, которые вы получите. Праздники, встреча шаббатов, посещения, работа с людьми, евангелизация – это только малая часть той работы, которую мы планируем проводить вместе со студентами. Поэтому, если вы понимаете, что Бог призывает вас к служению еврейскому народу, если вы хотите возрасти в познании мессианского служения, милости просим вас. Двери нашего института открыты.